всем доброе утро. А мы уже приехали в строительный магазин за шпагатом. Надеюсь, что он здесь будет. Вот, купим и поедем на дачу. Так, вот мы уже в магазине. Вот есть два шпагата. Не знаю, какие. Сейчас посмотрим, либо белые. Он есть бы 99. А, 100 метров, да, есть. Хватит же нам 100 метров. А, ну и все, тогда белый возьмем. Давно, ребята, не был в Метизах, оказывается, теперь тут обслуживают вот по таким номеркам, как Сбербанк и прочее. Берете талончик и ждете. Господи, бред какой. А, и вот купили шпагат, 100 рублей ему цена. Так, это можно выкинуть. Вот такой, 100 метров взяли. Вот, стоит 100 рублей, а 500 метров 300 с чем-то. Но 500 нам не нужно, поэтому мы взяли красиво. Вот такой. Вот так. Так что сейчас едем на дачу и будем заниматься вторым скворечником. Ну все, приехали мы на дачку. Сегодня все-таки, ребята, все равно солнце есть, но ветер холодный. Еще ветер холодный. И сегодня, кстати, ветер намного сильнее, чем вот в прошлый раз, когда мы были на даче. Надеюсь, вам там сильно не дует и слышно, что я говорю. Потому что сегодня, конечно, я собирался, взял все и селфи-палку вот эту все взял. А камеру забыл. Еще как всегда, ребята. Поэтому снимаю на телефон сегодня. Вот, солнышко. Можно принимать солнечные ванны. Сейчас придем на дачу. Так, после магазина обязательно обрабатываем руки антисептиком. Берем антисептик и наносим на руки. Я это делаю вот так. И спокойно, быстренько все растираем, обрабатываем наши ручки. А тот, кто не может купить антисептик в аптеках, на моем канале есть рецепт, как его можно сделать. Ссылочку, конечно же, я оставлю под этим видео. А пока можете подписаться на мой канал и не забыть поставить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Слушайте, и вас надо тоже работать. Вот так, чистота. Так, у нас продолжается операция, и мы будем вот такую большую палку приделывать ко второму скворечнику. А, тут положил, да, ее? Вон есть упор. Почему толку мало? Почему толку не мало? Сюда надо, сюда положить. Чтобы не качалось, я держу. Так, сейчас нам нужно ее закреплить на скворечнике хорошо. И все, и пойдем вешать. Ну, теперь нормально. Ну да, теперь не качается. Только вот меня напрягает, что вот эти вот отверстия, они слишком с краем находятся. Наискос сюда заколачивать надо. Ну, если только наискос, да. Что вот, будем приколачивать сейчас. Ну вот, закрепили мы этот большой толстый сук на скворечнике, видите, вот гвоздик, вот гвоздик, вот гвоздик и вот гвоздик. И под наклоном били вот в такую стяжку по два гвоздика. Все. Теперь, знаешь, что я думаю? Надо в конец огорода сразу это все отнести, чтобы не тащить по кругу. Ну, девушка, ну не тащить же в это все. Я сейчас понесу, а ты можешь пока потихоньку идти туда, а я к тебе подойду. Давай так. Да? Ага. Все. Сейчас идем в конец огорода к той березе. Все, отнес я дедушке скворечник, лестницу. Сейчас обхожу дачу и иду ему помогать. А у меня, ребята, новая подошва. Смотрите. Свеженькая. О, какая. Блю из бетон. Так, ведь сказал же не лезть без меня. Все равно, ребята, взял и полез. Ой, как объясняют, не понимаю. Девушка, зачем ты залез без меня, а?
Я сейчас ругаться буду. Зачем ты залез без меня? Оп. Сейчас тебя держать буду. Вот, ребята, скворечник, видите? Все, ребята, смотрите, какая красота. Высоко. И вот так вот он висит. Хорошо примотан, видите? Очень здорово. Будет новый домик ждать своих новых жильцов. Вот я вам покажу, как мы сделали. Вот так вот, видите? Вот. И вот так вот хорошо, крепко все сидит. Красота. Так, ну все, ребята, все сделали. Вон домик висит, видите? Красота. Теперь два новых домика, птичкам уже готовы. У нас поднимается очень сильный ветер, вовремя мы все сделали. И небо затягивает тучами. Надеюсь, ни дождя, ничего не будет. Так что сейчас, наверное, на даче немножко приберемся и поедем домой.